Новый год – время, когда исполняются все желания. Дима и Коля Сермягины попросили теплую одежду. Их семья находится в трудной жизненной ситуации. Зима в разгаре. На просьбу откликнулись депутаты-единороссы. Ребят поздравили с наступающим праздником и подарили зимние куртки. Фракция «Единая Россия» уже несколько лет подряд проводит вот такую акцию в преддверии Нового года. И мне сегодня было приятно вручить подарки одной семье. Два мальчика, которые обучаются в коррекционной школе «Гармония», которые находятся в Горловке. Мне приятно было сегодня передать им теплые куртки, которые им очень нужны, и они были очень рады. Партия «Единая Россия» уже несколько лет успешно реализует проект «Елка желаний». Самые заветные мечты детей исполняются перед Новым годом. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».